Через 3 месяца Чита встретит 3-й Забайкальский международный кинофестиваль. Он будет проходить с 30 мая по 2 июня. 2 года назад кинофестиваль для Забайкалья казался событием невероятным. Теперь же, накануне 3-го кинофестиваля, можно говорить даже о сложившихся традициях. Например, творческие встречи с сельскими жителями, посадка именных деревьев, конкурсы для талантливых зрителей. А самое главное, мы, забайкальцы, по-настоящему начинаем привыкать к этому культурному явлению в нашей жизни. По неофициальной пока информации, в этом году в Читу ожидается приезд известных кинозвезд, которые сегодня находятся в топе популярнейших российских и зарубежных артистов. Традиционно президентом Забайкальского международного кинофестиваля остается Александр Михайлов. Наш фестиваль еще молодой. Мы пока еще как котята тыкаемся так вот слепые в стенку. Но думаю, что этот фестиваль сформируем. Я думаю, 3-й будет отличаться, в лучшую сторону отличаться от 1-го и 2-го фестиваля. Мы ищем поиск, поэтому уж ты не судитесь, какие-то ошибки будут. Так что, мои дорогие земляки, я прошу вас на прощение. Всего не охватишь, и мы только набираемся опыта. Стараемся сделать как можно больше и подборщ. Сейчас картина идет, очень серьезный разговор. Уже известно, что в конкурсной программе будут представлены 8 полнометражных художественных фильмов России, Европы и Азии, снятые с 2011 по 2013 годы, которые стали участниками и лауреатами ведущих мировых кинособытий.